Набираем 1000 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Барселону в PS 2020. Спасибо вам за вашу поддержку в виде лайков и комментариев, продолжайте в том же духе. Давайте как можно скорее наберем 1000 лайков на этом ролике, и я сяду записывать для вас новый выпуск. У нас сегодня, ребята, 3 матча. Это матч в чемпионате, это матч в кубке и матч в Лиге чемпионов. Вот такой вот ассорти нас с вами ждет. Давайте тогда отправляться на нашу первую игру. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. Ну и вот такие вот составы у нас выходят на этот матч. Мы играем против Эйбара у них дома. Погнали. Небольшой стадиончик. Не так много болельщиков смогло прийти на этот матч, но, ребята... Это не отменяет того факта, что нам нужна победа, нужны 3 очка. Сейчас лучший бомбардир в лиге с 5 забитыми голами – это Кавани, который перешел в Атлетико Мадрид. Ансу Фати набирает скорость по левому флангу. Никто из партнеров особо эту атаку не поддерживает. Ансу Фати здорово качнул соперника. Передача в центр – это Месси. Попытался растолкать. У нас 25 минут позади. Пока, ребята, по нулям. И особо опасных моментов нет. Эйбар, когда идет атака на их ворота, очень плотненько действует. Вот сейчас подача будет. Подача есть. Здесь Месси. Нельсон Семеду. Еще один пас в штрафную. И снова соперник играет пока что на отбой. Опасная передача. Удар по воротам. Ну вот и Нету немножко размяли. Очередной матч, когда соперник большими силами сидит у своей штрафной. Не дает нам особо проводить моменты. Ну вот сейчас дальний удар и совсем не точно. Долго мы пока вкатываемся в эту игру. Не создали достаточно много моментов. И у нас есть только лишь 45 минут для того, чтобы изменить результат. Нельсон Семеду. Вот сейчас можно сделать подачу. Мартинес! Будет ли добивание? Добивание есть, но голкипер успевает второй раз реагировать на удар. Замена у Эйбара, 52-я минута. Мы неплохо начали второй тайм. У нас, ребята, штрафной. Это шанс. Это шанс, чтобы забить. Месси берет разбег, удар по воротам. И гол. Ну вот уже и стандарт Месси в великолепном исполнении. В прошлой серии забил Гризман похожим ударом. Ну а теперь и Месси. И вот с таким соперником стандарты, это, ребята, очень важно. 50 минут эти парни сидели и отбивались у своих ворот. Были моменты, но мы не смогли забить. Ну а теперь стандарт и шикарное исполнение Лионеля Месси. У нас, ребята, 60-я минута. По-прежнему счет 0-1. Гол мы забили. Может быть, сейчас заставим этим соперника немножко раскрыться. Неплохая передача. Ансу Фати. Еще один удар по воротам. И 2-0. Устоял он на ногах. И стоит отдать должное. Молодец, не стал падать. Продолжил борьбу. Ну и здесь, смотрите, какой пас Мартинеса за пяточкой. Ансу Фати держится на ногах и сразу хлестко бьет в нижний угол. 0-2. Ансу Фати, пятка. Мартинес, еще удар. И рядом со штангой. У нас вышел Антуан Гризман вместо Ансу Фати. 15 минут до конца. Эйбар в атаке. Пошла подача. Здесь Нету намертво забирает мяч. Ну и быстрее, быстрее на фланг. Есть еще время, можно попробовать забить третий гол. Дембеле. Передача в центр. Пас под удар. Фрэнки де Йонг. И угловой. У нас де Йонг получил небольшое повреждение. Замен больше нет. Но я думаю, мы уже доиграем эту встречу так. Остались считанные секунды. Матч закончен, ребята. 2 забитых мяча во втором тайме принесли нашей команде победу и 3 очка. Смотрим, как сыграли другие команды. Нас интересует, конечно же, Атлетико Мадрид и Мадридский Реал. Мадридский Реал уступил в мадридском дерби Атлетико Мадрид 1-3. Ну и продолжаем борьбу. Мы в погоне за Атлетико Мадрид. 2 очка разницы.
Мадридский Реал упал на 8 место, Леванте 3, Леганес 4, Хитафе 5. В общем, здесь все плотно, будем смотреть, что будет дальше. У нас, ребята, кубковая встреча против Сарагосы. Сегодня небольшие изменения. Фирпа, Ансу Фати с первых минут сегодня. Вернулся у нас Суарес. Ну и давайте, ребята, смотреть. Не стал я слишком сильно менять состав. Серж Роберто сегодня вышел в центре поля. Вернулся после травмы Бускетс. И сейчас как раз он набирает скорость. Ансу Фати забрасывает на Месси. Немножко не прошла передача. И какая-то паника на первых минутах. Подача в штрафную. Неплохой перевод. И здесь просто не попал партнер по атаке Сарагосы. А в принципе момент был очень даже неплохой. По точности пока есть вопросы у обеих команд. Процент 71. Ракитич. Классный удар Ракитича с подкруточкой в девятку. Но тащит вратарь. У мяча Лионель Месси. 18-я минута. Подача, удар Суареза. Прямо в руки вратаря. Аккуратная передача Ансу Фати. Тонкий пас на Суареза. Удар по воротам 1-0. Красиво, красиво сыграно. Ансу Фати. Зрячая передача на Суареза. И тот, подработав, аккуратно с левой посылает мяч в дальний нижний угол. Ну вот, ребята, Ансу Фати очень неплохо себя показывает. Здорово сыграл. Вовремя отдал передачу. Никакого офсайда. И у нас 0-1. Ну а сейчас ответ. Ответ соперника. Серджи Роберту. Здесь Ракитич. Все готовы отбиваться. И вот здесь повезло. Немножко был рикошет. Переиграли уже 2,5 минуты. Но арбитр дает подать этот угловой. Решили разыграть. Передача в штрафную. Ну а здесь Ансу Фати. И свисток на перерыв. У нас, ребята, 1-0. И снова не сказать, чтобы игра складывалась как-то очень просто. В чемпионате Испании, в Кубке Испании много вот таких вот команд, которые играют до последнего, которые готовы отстаивать свои ворота и навязывать такую вязкую игру сопернику. Ну и вот сейчас как раз-таки Сарагоса продемонстрировал именно это. Месси пытался подложить мяч себе под левую. Бускетс получает желтую карточку. Будет штрафной. У нас выйдет Фрэнки де Йонг вместо Серджи Роберту. Удар по воротам. И Тер Штеген не без проблем забирает мяч. Пас на Ансу Фати. Здорово. Ну же, Фати. Удар по воротам. Вратарь тащит. А здесь Фрэнки де Йонг посылает мяч уже в пустые ворота. И за 20 минут до конца мы увеличиваем свое превосходство. Ракитич, классный пас шведкой. Фати крутил в дальний, но спас вратарь. Ну а здесь уже какие могут быть вопросы, когда тебя расстреливают по пустым воротам. Замены в обеих командах. У нас Видаль выходит вместо Ракитича. Ну и в принципе снова 2-0. В принципе снова уверенно. Передача на Нельсона Семеду. Нельсон Семеду простреливает. Суарес! Вынимай еще один. Это Луис Суарес. Два мяча сегодня. И за 15 минут до конца у нас 0-3. Ну, Нельсон Семеду здорово прострелил. Выскочил Суарес. И вот так вот хитро, плотно через центр прошил мяч в ворота. Последняя замена в составе хозяев. И у нас, ребята, еще более уверенная победа. 3 забитых мяча. Сарагоса в атаке. И нам просто фартит, ребята. Мяч от штанги пролетает вдоль всех ворот. И каким-то чудом не попадает в сетку. Передача на Видаля. Он продавил соперника. Суарес был близок к третьему мячу. Месси забрасывает на Суареза. Нужно бежать. Ну же. Офсайд. Опасно. Удар по воротам. И Тер Штеген спасает. Ну вот здесь расстреливали уже наши ворота. И на сей раз неудача
А игра нашего голкипера спасает. И неудобно было Терштегену, перед ним находился соперник, но он дотянулся. Добавлены 4 минуты, у нас истекли, ребята, финальный свисток и победа в кубке 0-3. Ну и третий матч в серии, это третий тур группового этапа Лиги Чемпионов. Лиль принимает у себя дома Барселону. Сегодня Гризман, Месси и Суарес в нападении, дал ей отдохнуть Терштегену. Я думаю, Нето себя проявит. В центре поля у нас Ракитич, Де Йонг и Видаль. В обороне Серджи Роберто, Умтити, Пике и Альба. Ну и, в общем, давайте, ребята, начинать. Ну а вот Суарес. Передача на Месси. И Месси видит Гризмана. Гризман! Удар Гризмана и мяч в сетке! Фантастика! Казалось, что неудобно уже мяч летит, и защитник до него добрался. Но Гризман с острейшего угла со своей левой посылает мяч под дальнюю штангу. 8-я минута, мы выходим вперед. Конечно, классный пас Месси с левой. И здесь защитник добрался, вроде бы вынес, но вынес прямо на Гризмана. Красивое начало, подловили соперника на ошибке. Перехват Суареса помог нам организовать эту атаку. Ну и продолжаем. Лиль снова не торопясь вот так вот перепасовывается от одного игрока к другому. 10-я минута. Жорди Альба с двумя здесь потолкался. Пошла подача. Нету играет кулаком. Суарес поднимает руку. Подача на Суареса. И снова как-то неуверенно играют защитники. И снова Лиль в атаке. Подача. Фрэнки де Йонг. Здорово, Гризман. Передача в центр на Ракитича. Есть свободная зона. Суарес и Месси рядом. Ракитич. Месси. Уронили Месси, но арбитр считает, что можно играть. Есть выход один на один соперника. Нету. И не попадает. Семерка. Лиля. Вот такой вот опасный момент под занавес первого тайма. У нас 62-я минута. Кстати говоря, Лиль-то держит мяч побольше. У нас 60 на 40 владение мячом. Вот так вот, казалось бы, Барселона со своей тики-такой, которая большую часть времени матча проводит в перепасовках, сегодня отдала инициативу сопернику. Ну и пока мы выигрываем, в принципе, это не так важно. Жорди Альба. Ракитич. Аккуратная подача. Суарес переправлял мяч в сетку, но не попал. Ракитич. Мартинес. Удар Месси. Если бы сейчас мяч залетел в ворота. Двойная замена у Лиля. Конечно, фантастически бьет Месси. Я подумал, что мяч очень сильно послан. И 100% это будет удар выше. И вот сейчас Мартинес. Мартинес забивает второй мяч. Все, стало попроще, ребята. За 10 минут до конца Мартинес в таком стиле Суареса открылся. Обошел на вираже соперника. И пробил в дальний. 2-0. Еще один заброс, но здесь Серджи Роберто. Сегодня он не дает сопернику пройти. Раз за разом пытались пройти по его флангу, по флангу Жорди Альбы. Ударили Гризмана по ногам, и все. Матч закончен, ребята. Это победа. Давайте взглянем, как сыграли Челси. И будем заканчивать. Смотрим на результаты вообще сыгранных матчей. Здесь крупно выиграл Ювентус. Манчестер Сити выиграл 2-0 у Олимпиакоса. Барселона выиграла у Лиля. Челси выиграл у Базеля 1-0. Порту обыграл крупно Шахтер. Бавария обыграл Динамо Загреб. Здесь ничья у Аякса. Победа Интера. Наполи обыгрывает Ливерпуль. Атлетико Мадрид Янг Бойз. Галатасарай выигрывает у Бенфики. Мадридский Реал играет ничью. Зенит играет с ПСЖ в ничью. Арсенал выигрывает у Паока 2-0. В общем, вот так вот выглядит турнирная таблица. Я надеюсь, ребята, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока.